Александра. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем. Меня зовут Анна Егорова, я ведущая РЖД-ТВ, и это панельная дискуссия «Открой Россию из окна поезда. Межрегиональные маршруты и событийный туризм». Много будем говорить о Приволжском округе. Ну, пока все вот настраиваются на разговор, еще рассаживаются, я вижу, тоже издалека начну. Такой взгляд в прошлое. Готовилась к форуму и узнала, что объединяет всех здесь присутствующих с искусством Серебряного века. Ну, конечно, это место, где мы с вами находимся. Зал Казанской ратуши, бывшего дворянского собрания. Уже говорили здесь про Льва Толстого, но я другие имена назову. Здесь выступали Маяковский, Шаляпин, Рахманинов. И вот, собственно, спасибо организаторам еще раз большое за то, что позволили работать в таком прекрасном месте, которое может быть само по себе местом притяжения туристов в Казани. Собственно, о местах притяжения в широком смысле сегодня будем говорить, и об искусстве тоже поговорим, потому что создавать турпродукт, который привлекает путешественников, это своего рода искусство, большое искусство. Помогут нам разобраться профессионалы. Представляю: Елена Михайловна Ракова, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок РЖД. С нами на онлайн-связи будет Александр Александрович Сирченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям компании Tata Travel. Добрый день. Николай Викторович Абрамов, заместитель генерального директора федеральной пассажирской компании. Роман Владимирович Браковских, генеральный директор РЖД Тур. Со мной рядом вот Инна Владимировна Гаврилова, о которой сегодня уже много говорили, заместитель начальника по экономике и финансам Куйбышевского филиала ФПК. Андрей Сергеевич Кружалин, ведущий эксперт департамента пассажирских перевозок РЖД. И Юлия Владимировна Бахтина, заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области. А еще раз, формат нашего с вами общения — это панельная дискуссия, вопросы приветствуются, но у нас, коллеги, очень много интересных тем, и работаем мы по строгому таймингу, собственно, как работает железная дорога, точно как часы. И напоминаю, что нам поможет уложиться во время в регламент гонг, и такой даже станционный колокол где-то будет нам звонить за 2 минуты, и потом гонг уже будет говорить о том, что все время закончилось. Чтобы мы с вами не опоздали в путешествие, потому что путешествие ждет участников конференции по завершению. Сейчас я подробно рассказывать не буду, хочу интригу все-таки сохранить. Вот скажу только, что это одна из любимых локаций у туристов выходного дня, остров Град-Свияжск. Ну,
все понимают, как это сейчас важно и интересно. Накануне летнего туристического сезона мы с вами встречаемся, и лето — время, когда понятно, что не только отпуск, но, в общем, все выходные хочется не лежать на диване, а путешествовать, получать эмоции. И какие эмоции российские железные дороги готовы подарить туристам этим летом? Вот как раз спрошу у Елены Михайловны Раковой. И тут все из отрасли, в принципе, ни для кого не секрет, что ситуация на рынке последние 3 года очень изменчивая, да, постоянно меняются какие-то новые вызовы, надо очень быстро к ним адаптироваться. И вот на что РЖД опираются, формируя свой актуальный туристический продукт? Надо нажать кнопочку. Хотела всех еще раз поприветствовать, сказать, что я рада всех видеть, мы рады всех видеть, и очень здорово, что мы встречаемся в славном городе Казань, потому что Казань присутствует во многих наших туристических маршрутах, и такое кроссфункциональное сообщество, и органы власти, и операторы, и перевозчики, и вокзалы, и операторы питания. То есть мы все вместе на одной площадке создаем вот тот потрясающий продукт. Что хотелось бы рассказать? Постараюсь рассказать что-нибудь очень коротко, очень интересное. И вы знаете, сегодня практически очень часто звучала цифра 3, да, маршруту 3 года. И дальше, когда мы будем рассказывать о своих маршрутах, действительно цифра 3 уже стала знаменательной, потому что 3 года назад впервые в правительстве Российской Федерации была стратегическая сессия под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко, когда впервые вообще заговорили о железнодорожном туризме. И очень радостно, что у нас есть дети, наши продукты. Почему я называю дети? Потому что мы это все страшно любим. И цифра 3 не только стратегическая сессия, а большинство наших железнодорожных маршрутов. Значит, так, вот сейчас я научусь это переключать. Мы, когда с Анной встречались на прошлой неделе и рассказывали про новинки, которые мы придумали новые в этом году, их будет не так много по количеству, да, мы, может быть, в какое-то путешествие отправимся 1 или 2 раза, но, как вы знаете, когда мы создаем свои новые продукты, мы их тестируем, пробуем, проходим, смотрим, дышим, встречаем закаты, рассветы, проходим своими ногами, пробуем все, засекаем тайминг. И потом, когда после того, как происходит тестовая поездка, конечно же, с нашими пассажирами, мы тогда уже запускаем это регулярно, несколько раз в год или постоянно. И поэтому мы спешим и торопимся для того, чтобы включить в график туристических поездов на следующий год. На текущий момент, что бы хотелось отметить, у нас 38 туристических маршрутов, это порядка 40 субъектов федерации, и все маршруты уникальны, они все уникальны, они все повторяются. Хотелось бы отдельно проанонсировать поезд «Жемчужина Кавказа». Он отправится в путешествие 3-й год подряд. В этом году это будет 2 мая. И «Жемчужина Кавказа» создавалась активно при инициативе Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. Как в жизни, да, есть самые активные, есть менее активные. Сейчас мы видим, что практически мы покрываем достаточно много республики. В этом году мы добавляем Осетию и Ингушетию, что знаменательно. И практически можно отправиться в одно путешествие, начиная с мая, заканчивая концом сентября. И, соответственно, и отведать, и насладиться, и бесконечно влюбиться в Кавказ для того, чтобы в дальнейшем, да, все туристы жалуются в основном только на одно, что почему так мало времени и хочется отправиться, остаться подольше. Но ключевое, для чего мы смотрим в каждый город, и каждый выберет что-то свое и отправится в дальнейшем на неделю или на 3 дня, соответственно, уже в свое путешествие.
А вот такая новая новинка у нас, да, новая новинка к виноградникам у моря. Что, как говорится, может быть лучше солнца, моря и вообще хорошего настроения? И когда мы путешествуем, создаем маршруты, мы очень много общаемся с нашими путешественниками, и они как раз говорили о том, ну сделайте что-то для, такой тур для девушек, да, но на самом деле это не будет тур для девушек, мы поняли, что он распродался практически, не знаю, в считанные часы, что мы сделали дополнительный маршрут. Итого у нас будет два. Мы добавили 15 сентября будет второй маршрут. Так что, кто не успел на 9 июня, можно отправиться еще 15 сентября. Конечно же, вот в настоящее время, да, очень актуально... Знаете, вот здесь Русью пахнет. Да, и вот настолько... патриотично, хорошо открывать для себя вот эту великую страну, я даже называю это не страна, а империя, где настолько много культур, языков, еды, истории, везде все разное, и, конечно же, хочется это открывать и познавать. В основном, конечно же, когда мы, вот часто спрашивают, что такое портрет туриста, кто наш турист? Наши туристы – это интеллигентные, образованные, взрослые люди, да, повидавшие мир преимущественно, которые уже со смыслом практически открывают новые города. И что хотелось бы отметить, есть несколько маршрутов и направлений. Это, безусловно, Республика Карелия и Серебряный маршрут, где очень много путешествуют именно молодежи. Да, это... очень важно вот прививать этот культ, в том числе, как сказала Ольга Захарова, а мой сын приехал из поезда, поездом приехал и даже не знал, что бывают такие потрясающие вагоны. Это, конечно же, очень здорово и интересно. Все знают наш полюбившийся тур уже традиционно несколько лет. Это цветущая степь, да, когда цветут тюльпаны в Элисте, в прекрасную республику Калмыкия. Но при этом у нас в стране есть такое потрясающее место под названием город Астрахань. Да, и Астрахань автоматом... Ну, всплывает такая ассоциация, что Астрахань – это рыбалка. На самом деле Астрахань – это не только рыбалка. Астрахань в августе – это прекрасные лотосы и кувшинки, незабываемые, красивейшие фотографии. Вот такое голубое соленое озеро Баскунчак, где получается... Вот, просто настолько красивые фотографии и такого цвета неба, ну, которое точно должно остаться в нашей памяти. А соленое озеро, как вы помните, у нас есть озеро Бурсоль в Байкальской сказке, поэтому это уже традиция включать соленые озера, и Баскунчак второй производитель соли вообще в нашей стране. Конечно же, это арбузы, гастрономический туризм очень важен, арбузы и познание, они бывают там белые, красные, желтые, и про это расскажут в том числе на экскурсии, поэтому здорово, что это семейный туризм, икра тоже разная, да, не только черная и красная, а белая щучья, поэтому вот такой вот прекрасный маршрут в долину лотосов, он будет тестовый в этом году, и в следующем году, в августе, мы уже утвердим следующий график, поэтому мы торопимся с новинками, чтобы их, помимо того, что создать, мы могли все традиционно опробовать. Конечно же, это наш тур в Сибирь. И Анна после последней нашей встречи уже несколько маршрутов себе в сервисном центре, в четвертом окошке на Комсомольской площади, да, на площади трех вокзалов. Всех приглашаем, кто, кому недостаточно, например, информации, просто посмотреть, например, наш сайт, раздел «Путешествия с РЖД», где мы в течение года очень подробно постарались очень доступным языком донести, показать, собрать в одном месте всю информацию, в какие даты, какой подвижной состав, фотографии, видео можно увидеть, но при этом можно также прийти в наш сервисный центр и дополнительно узнать более подробно
И, что важно, приобрести на отдельные туры экскурсии непосредственно уже в личном кабинете, непосредственно у перевозчика. Вот Николай чуть позднее расскажет. Конечно же, традиционный наш белорусский вояж. И Геннадий была, вот как раз показывал и говорили про книжку «Туристический сувенир». На самом деле, вот у нас будет ближайшая встреча в Нижнем Новгороде на тему туристического сувенира в конце апреля. Я думаю, что я приеду с сувенирами, потому что с нашими железнодорожными сувенирами, и в том числе послушаем дополнительно от него обратную связь, потому что, вот знаете, так интересно получается, что каждый подарок, который попадает в наше подразделение, мы его воспринимаем как задача, как такой челлендж, нельзя говорить, задача на будущее. Вот. И когда Ольга Захарова подарила книжку «Лучшие туристические мировые поезда», там нам было немножко обидно, потому что Россия была представлена одним листиком, и на этом листике была Красная площадь изображена. Поэтому мы все-таки поняли, что это мало, и мы создадим отдельный фотоальбом с великой и красивой империей России. И также, когда Геннадий подарил книжку «Туристический сувенир», мы действительно ее прочитали от корки до корки, мы ее подчеркнули, поставили себе задачи. Много еще, что надо сделать впереди, но хотелось бы отметить, как вы знаете, поезд Деда Мороза, и у нас не только там туристические сувениры, да? А у нас целая отдельная сувенирная лавка, в которой продаются туристические сувениры. И сейчас мы готовимся к следующему году для того, чтобы их можно было приобрести и по другим каналам продаж, не только в сувенирной лавке, не только в домики поезда Деда Мороза, всех приглашаем. И, естественно, на платформе «Морозная». И отдельно, я думаю, до конца года запустим уже сувенирную линейку «Путешествуй с РЖД» с самыми полезными, классными штучками, которые можно взять в путешествие. «Русский север». Это будет у нас, знаете, вот север, почему-то он всегда воспринимается, что север – это про зиму. Да? На самом деле север – это вообще север летом еще лучше, интереснее и более даже захватывающий. И пусть на меня не обижаются жители и любители Санкт-Петербурга, потому что я его также очень сильно всем сердцем люблю, но розовые ночи и потрясающее розовое небо, конечно же, в Архангельске. Да? И поэтому любителям белых ночей рекомендуется посетить не только Санкт-Петербург, но и город Архангельск. И, конечно же, вот всегда есть люди, которые на что-то вдохновляют. Да? Вот «Русский север», конечно же, это и Олег Александрович Кувшинников, и Любовь Павловна Совершаева, и Сергей Евгеньевич Корнеев. Это те люди, которые вот ратовали и постоянно нам говорили о том, что посмотрите наш север летом. И действительно, мы его посмотрели и создали вот потрясающий маршрут, бесподобные Карелы, еда, небо, теплоход. Все это очень прекрасно не только зимой, но и летом. И на следующий год мы, конечно же, этот маршрут постараемся включить, чтобы он был чаще и имели возможность посмотреть север летом. Конечно же, это сказы Поволжья, в котором присутствует, опять же, наш туристический хаб, город Казань. И, конечно же, удивительный город Йошкар-Ола. Я не буду про него рассказывать, потому что там очень интересно, очень красиво. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди открывали это сами, без подсказок, скажем так, вдохновлялись. Конечно же, это поезд Сочи. И всем поезду Сочи тоже практически 3 года. Да? То есть везде у нас сегодня фигурирует цифра 3. Что важно в этом поезде? Да? Очень здорово, когда мы встречаем на поездах
семьи, дедушка с внуком. Вот эта вот связь поколений, и когда путешествуют дети со своими родителями, да, конечно же, они могут окунуться в ретро-атмосферу, она уже аутентична, это 80-е и 90-е годы, аутентичный вагон-ресторан, аутентичные картины, конечно же, еда. И что очень важно, в свете текущем, да, можно посетить Республику Абхазия безболезненно абсолютно. И самое большое преимущество, что вы всегда можете планировать, сколько времени вы проведете на пограничном контроле. Да? Потому что все, кто путешествовал летом, они знают, что они могут 20 минут простоять, а в обратную сторону 40 минут, до 4 часов. Да? А у нас вы всегда отправитесь через 45 минут. Это очень важно, как в ту сторону, так и обратно. Поэтому очень приятно, что органы власти нас слышат, нам помогают и создают вот эти комфортные условия для развития внутреннего туризма. Конечно же, это культурный Петербург, северо-запад. Вообще у нас занимает порядка 30% всех маршрутов приходится на северо-запад. И что важно, мы можем посетить и Царское село без пробок. И в прошлом году был первый пробный маршрут, в этом году мы его повторяем. Очень много людей, открывающих это все со смыслами, очень много именно деток, школьников, да, которые путешествуют со своими родителями. И знаете, и когда задают вопрос, а почему же в поезде нету сотовой связи, да, не в поезде нету сотовой связи, а в стране не везде есть сотовая связь, и, как говорится, оптимисты, они всегда находят или должны находить преимущество, это поговорить с друг другом в тишине, побыть вместе со своей семьей, а не сидеть бесконечно в гаджетах, в которых мы постоянно находимся. Конечно же, мы сейчас готовимся к запуску нашего потрясающего поезда «Бобрёнок», да, это Воронеж, платформа имени Пескова. Уже скоро 1 июня, наступают каникулы, День детей, поэтому приглашаем всех на наш туристический поезд «Бобрёнок», который отправится 28 апреля, и мы рады его запустить. Спасибо большое. Путешествуйте с РЖД, и пусть ваше путешествие сбывается. Спасибо большое. Елена Михайловна рассказала о портрете путешественника железнодорожного. Это я. Это я на самом деле. Потому что я очень много путешествую железными дорогами. Не только потому, что у меня аэрофобия, потому что просто люблю очень. И вот не могу не спросить про «Долину лотосов». Скажу по собственному опыту, что была в прошлом году на озере Баскунчак. Это совершенно что-то нереальное. Действительно, всем, кто не был, вот очень рекомендую туда поехать, потому что таких мест на планете либо мало, либо нет больше. Что-то совершенно космическое. Но я вот путешествовала, собственно, самостоятельно. Честно скажу, мне инфраструктуры не хватило. Вот буквально мне, я, конечно, залезла в это озеро, и мне не хватило душа, чтобы смыть с себя всю эту соль. Путешественникам, которые железной дорогой поедут, вашим туром поедут, им больше повезет, надеюсь, да, вот у них как, будет ли у них, собственно, вагон душ, о котором здесь сегодня много говорили? Вагон душ у нас есть, но вагон душ на текущий момент мы не можем включить во все поезда. Знаете, очень важно сохранить аутентичность, да, вот мы сегодня это слово обсуждали все, говорят, уже просто это стало трендом, это вот прям ключевое слово в создании туристических маршрутов. И, конечно же, мы, когда исследовали этот маршрут, мы его исследуем и всегда стараемся приглашать профильных местных туроператоров, потому что они знают лучше. Мы искупались сами в этом озере, и даже те, кто не купались, это было невозможно, потому что мы были все в соли, поэтому для чего мы и тестим эти маршруты? Для того, чтобы понять вот все сложности, но при этом не сделать вот цивилизацию, иначе вы не погрузитесь. И поэтому мы договорились с туристическим оператором, чтобы были у нас отдельно 5-литровые канистры, чтобы вы могли
естественно, сразу же смыть себя вот эту сильную соль, а потом по возвращению в поезд принять душ и чувствовать себя снова как дома. Ну, это даже такое двойное удовольствие, на самом деле, там на жаре себя это смыть прекрасно. Хорошо, спасибо большое. И про условия продолжим говорить. Собственно, они важны для того, чтобы туристы возвращались. За это все присутствующие, как я понимаю, борются. Но, как я уже сказала, времена сложные для отрасли в плане неопределенности, в плане перемен. Вот последний 3 года были. И это лето, вероятно, тоже не будет похоже на предыдущее. Каждое лето у нас такое уникальное. И у меня 2 вопроса к эксперту отрасли. К нам онлайн подключился уже Александр Александрович Серченко. Александр Александрович, слышите меня? Да, прекрасно. Да, добрый день, Анна. Да, здравствуйте. Можно ли вот сейчас прогнозировать, по каким направлениям вот ждать большого потока туристов и как все-таки вот в этих изменчивых условиях обеспечить лояльность туриста? Хорошо, спасибо. Анна, добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, конечно, хотел поприветствовать всех участников форума от нашей компании и иметь возможность поделиться нашим опытом создания региональных туристических продуктов и, конечно, ответить на те вопросы, о которых вот сейчас вы говорите. Должен отметить, что предыдущие коллеги уже говорили, что начиная с 2020 года, когда туризм практически остановился и были введены различные ограничения на перемещение между странами, внутренний туризм тогда и сейчас получил достаточно мощный такой дополнительный импульс для развития. И, например, отмечу, что для нашей компании Fun & Sun 22 год стал самым удачным годом за весь период существования компании. Во многом это, конечно, благодаря тому, что мы смогли быстро адаптироваться к возможным вызовам, возникшим вызовам и ограничениям, и оперативно переориентировали свою деятельность на новые туристские направления, в том числе, конечно, на внутрироссийские, о чем мы сегодня говорим. И, конечно, на разных видах перевозки. Это и ЖД-перевозка, и авиационная перевозка, и автобусная перевозка. Благодаря мерам поддержки, в том числе, конечно, субсидированию туристических чартеров, стало возможно путешествовать по привлекательной цене во многие те регионы, о которых вот говорила Елена Михайловна. Я добавлю, что наши туристы имели возможность отдохнуть на Байкале, на Сахалине, на Алтае, в Карелии. Это очень прекрасные регионы, и во многих других регионах. Туристы перестали бояться, например, стереотипов, и как открытие 2022 года, например, стал Дагестан и вообще поездки на Кавказ, в частности, в Чеченскую республику. Стали пакетными турами путешествовать в Мурманск, в нашу Арктику, так скажем, на Камчатку, в Казани, многие другие регионы. И здесь важно, конечно, отметить, что такой важнейший аспект выбора направлений для путешествий, для постановки тех или иных направлений, в том числе для чартеров, стало, конечно, продвижение регионального туристского бренда. Как он продвигается, какими средствами, ну и многое другое. От того, насколько желанным, востребованным для туристов является то или иное направление, зависит, конечно, и количество ресурсов, которые будут вкладываться в продвижение. Например, в 2020 году Fun & Sun, тогда мы еще ТУИ были, пилотным регионом для запуска чартерных программ выбрали Республику Бурятия. Для большинства россиян в то время это была некая такая терра инкогнита. Несмотря на то, что мы на тот момент уже несколько лет работали с регионом, привозили инфотуры, но мы понимали, что для загрузки чартеров и привлечения внимания нужна какая-то особая фишка, особый такой момент, зовущий туристов в путешествие именно в этот регион. И в данном случае, конечно, такой фишкой стал Байкал. Учитывая то, что на формирование программы и загрузку первого рейса у нас было буквально там меньше месяца, мы с партнерами решили, что приглашать будем именно полететь на Байкал. И это быстрее отзовется в душе туристов. Поэтому, кстати, и первую программу мы назвали «Байкал и волшебная Бурятия». Так, в принципе, и получилось. Первые чартеры наши и последующие были загружены практически на 100%. Далее процесс уже, конечно, пошел проще.
так как мы познакомили с направлением своих агентов, проводили различные совместные мероприятия по продвижению совместно с региональными органами власти. В общем, в итоге Бурятия стала звучать в медиапространстве, и теперь это уже достаточно узнаваемый самостоятельный туристический бренд. Не только Байкал, но и именно Бурятия. Бывают, конечно, и обратные ситуации. Вот Елена Михайловна упомянула путешествие в Мурманск. Я скажу, что для нас тоже в 2020 году была новинка запуск чартера в Мурманск, то есть в русскую фактически Арктику. Как известно, это одно из наиболее популярных направлений у тех туристов, которые хотят увидеть северное сияние, поохотиться за северным сиянием. Конечно, мы включили эту активность тоже в свои программы. Но программу все-таки называли и ориентировали как русскую Лапландию. Мы умышленно ушли от слова «Арктика», Елена Михайловна тоже подчеркнула, потому что сама Арктика, она в первую очередь, конечно, ассоциируется с пронизывающим холодом, белыми медведями и многими другими сложностями зимнего путешествия. Нам же хотелось тогда перед Новым годом создать впечатление чего-то теплого, уютного, новогоднего. И мы стали говорить о саами, то есть этнокультура. Мы стали говорить об оленях, хаске, морепродуктах. А на северном сиянии умышленно не делали акцент. Это все-таки явление природы, которое от наших желаний не всегда зависит. Не хотелось создать ожидания, которые могут не оправдаться. И надо сказать, что эти программы, так же как и другие, были очень успешными. При этом все без исключения туристы, прилетевшие на чартер, в ходе своего пребывания увидели, конечно, северное сияние, чему мы рады. Есть, конечно, и другие примеры из нашей практики. Но я хотел бы сказать, что, говоря о регионах, которые у нас вот на слуху, я бы отметил, конечно, и активное взаимодействие с региональными властями и Татарстана, и Республикой Карелия, и многих других регионов. В нашей практике, конечно, есть и более сложные кейсы, когда регион не ассоциируется с туризмом, а обыватель не понимает, зачем туда ехать, в принципе. В этом случае необходимо работать сразу по нескольким направлениям. Я бы выделил здесь несколько основных таких моментов. В первую очередь, это, конечно, формирование спроса, потребности фактически у туристов через продвижение региона и его туристских возможностей. Второе – это создание, конечно, привлекательного турпродукта и его, конечно, продвижение. Мало сформировать интерес, надо все-таки создать туристический продукт, который будет востребован у туристов и который позволит реализовать те ожидания, которые есть у туристов. Следующий момент – это, конечно, эффективная реализация турпродукта, наличие соответствующих структур, которые бы осуществляли дистрибьюцию этого продукта, создание положительного клиентского опыта. И немаловажное – это, конечно, получение обратной связи. Потому что именно обратная связь от туристов позволяет улучшать и, как принято говорить, докручивать тот туристический продукт, которым пользуются туристы. И успех, конечно, реализации подобных проектов возможен только в синергии бизнеса и органов власти. Эта синергия позволяет задействовать самые разные инструменты продвижения и синхронизировать усилия. Я отмечу, что у нас, например, подписаны соглашения с 57 субъектами Российской Федерации о развитии туризма, и мы в своей деятельности активно вот используем возможности синергии турбизнеса и органов власти. Александр Александрович, простите, вот вынуждены вас прервать, потому что очень у нас жесткий регламент, уже говорил вам об этом. Я поняла, то есть, коротко, если подытожить то, что вы сказали, да, значит, взаимодействие с органами власти, обратная связь обязательно от туристов, да, чтобы было понятно, куда они готовы вернуться. Ну, наверное, можно также сказать, что цены, да, как-то тоже вот с ценами такая история, нужно пытаться как-то, люди не поедут, если будет очень дорого, как я понимаю, сейчас в наших условиях. Верно я говорю?
Да, вы говорите верно. Мы говорим с вами в целом о формировании лояльности туристов. Вот понимание лояльности, ведь многие параметры входят. Немаловажно просто красоту... Александр Ильич, простите, пожалуйста, регион. Не могу уже, вот прям очень коротко. Важно как раз и цена должна быть привлекательная. Это в том числе важный фактор формирования лояльности туристов. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Я просто должна двигаться дальше. Но вот как сказал Александр Александрович, высокие цены могут отпугнуть, да, а еще выделяют такой фактор, как нехватка отелей в тех дестинациях, которые раскручены, туда большой поток, отелей не хватает, но мы-то с вами знаем, что альтернатива есть, это, конечно, поезда, да, прекрасные отели на колесах, и если разговор об этом зашел, ну, в принципе, вот сейчас хочу дать слово Николаю Викторовичу Абрамову, федеральная пассажирская компания, как вы взаимодействуете с операторами, и вот если про цены, да, мы говорили, как операторы вот от этого сотрудничества могут сэкономить, я имею в виду спецтариф, который в прошлом году запустили, и скидки какие еще существуют, расскажите. Да, спасибо. Добрый день. Хотел бы поблагодарить организаторов за то, что дают возможность поучаствовать, рассказать, что федеральная пассажирская компания делает для развития туризма. И вот я с удовольствием слушал первую часть. Очень мне понравились вопросы. Вопросы по ценообразованию. Я вижу, что к этому есть повышенное внимание. Ну, туристический продукт у нас обладает, наверное, такой одной из самых важных характеристик – это ценовой доступностью. Вот, поэтому я напомню, что вообще сейчас у нас действует для перевозки организованных групп программа, которая позволяет получить скидку от 5 до 25% в зависимости от размера группы и от глубины продажи проездных документов. Понимая, что для формирования туристического пакета все-таки, наверное, более важно это прогнозируемость цены на долгосрочную перспективу, мы в прошлом году, в апреле месяце, на пилотном полигоне, на 15 маршрутах, и только для туроператоров предложили фиксированный тариф, который бы не зависел от работы системы динамического ценообразования. И таким образом появилась возможность ценового прогнозирования, ну, фактически на долгосрочный период. В этом году мы до конца марта продляли этот пилот. И начиная с 1 апреля, а фактически уже вчера были открыты продажи, мы расширили, во-первых, полигон действия вот этого вот фиксированного тарифа, и, во-вторых, мы не стали ограничиваться только туристическими операторами. То есть сейчас на 21 маршруте, на 20 туристических поездах для любого юридического лица, в том числе для туристического оператора, у нас до конца года, до 27 декабря, действуют фиксированные тарифы. Они не зависят от работы динамического ценообразования, они немного отличаются в зависимости от сезона, в зависимости от дня недели, ну, то есть так называемый график гибкого регулирования. Тариф имеет там две градации, то есть до 12 дней до отправления или более 12 дней до отправления. Но фактически вот по всем этим маршрутам на сайте российских железных дорог есть тарифная таблица, и эти тарифы, они понятны, они прогнозируемы, соответственно, которые позволяют уже заранее формировать стоимость туристического продукта. Для тех маршрутов, которые у нас не вошли в этот пул, в этот 21 маршрут, также мы продолжаем предоставлять для перевозки организованных групп скидки от 5 до 20%, то есть здесь у нас ничего не поменялось. Говорили уже о том, что есть и индивидуальные путешественники. Ну, здесь мы, конечно, не ограничиваем, точнее, не делаем разграничений, турист это или не турист. У нас действуют с прошлого года постоянные тарифные планы, постоянные адресные предложения для перевозки пассажиров в любом поезде. То есть это тарифы, я прокомментирую, это тарифы, которые дают скидки при выкупе целого блока, вот купе, целого купе или целой кабины СВ. Есть возможность приобретать билеты невозвратные по тарифу со скидкой до 20%.
Отдельные у нас есть адресные предложения для пассажиров в возрасте старше 60 лет, для тех, кто совершает поездки в период дня рождения и 7 дней до, 7 дней после, для многодетных семей, для пассажиров с ограниченными возможностями, для студентов. И традиционно это скидки для детей в летний период и также в период учебы. Если вернуться к вопросу, который также прозвучал у нас в первой части нашего форума по поводу значка у Дмитрия Владимировича, я хотел бы здесь анонсировать некую такую подпрограмму, которую мы назвали «Клуб путешественников». То есть вот как бы в нашем понимании, ну, турист же это не просто человек, который осуществляет перемещение из точки А в точке Б. То есть туризм – это эмоции, туризм – это некая программа, туризм – это настроение. И таким образом мы, федеральная пассажирская компания, вместе с российскими железными дорогами под руководством идейного вдохновителя Дмитрия Владимировича, мы сейчас на базе нашей программы лояльности РЖД «Бонус» заканчиваем подготовительные мероприятия к запуску именно вот программы лояльности, которая называется «Клуб путешественников». Это программа, которая направлена на то, чтобы сделать туристические поездки более доступными, для того, чтобы повысить лояльность именно туристических передвижений. Я вот коротко тогда расскажу, что это такое. То есть пассажир, который делает хотя бы одну поездку на туристическом поезде, он уже у нас получает статус принадлежности к клубу путешественников. В личном кабинете РЖД «Бонус» у него есть паспорт путешественника, который является электронным. Покажите, я знаю, что он у вас есть. Но этот паспорт электронный. После того, как турист делает 4 поездки, он уже имеет право получить вот такой физический паспорт, паспорт путешественника, который является именным, куда он может заносить свои поездки. Ну, фактически такой паспорт-дневник путешественника. Вот, помимо этого, значок, который тоже определяет принадлежность человека к клубу путешественников. Значки у нас номерные. Значок номер один, ну, я думаю, что не будет секретом. Да. Вот, значит, кроме того, помимо значка и паспорта, есть так называемые электронные туристические медали, которые являются неким аналогом такой валюты, которую можно будет в дальнейшем обменивать на различную сувенирную продукцию. Вот сейчас в действующей программе РЖД «Бонус» у нас для всех два уровня – базовый уровень и золотой уровень. А вот то, что касается именно уровня клуба путешественников, то по факту скорость накопления баллов, она является эквивалентом золотого уровня для обычных пассажиров. То есть за каждые потраченные 2,5 рубля будет начисляться 1 балл. За каждые потраченные 1000 рублей будет оформляться медаль туриста. Путь, на самом деле, для того, чтобы попасть в клуб путешественников, достаточно простой. Для этого надо быть зарегистрированным в программе РЖД «Бонус», совершить, как я уже говорил, как минимум одну поездку. Вот, далее путешествовать в туристических поездах, получать паспорт, собирать медали, обменивать их на сувенирную продукцию. В этом у нас будет активно участвовать сервис-центр, который был недавно открыт. И если говорить про повышение доступности туристических перевозок, то в зависимости от, там понятно, могут быть различные комбинации, различные маршруты перевозок, но по сути каждая четвертая поездка может быть бесплатной и может быть оформлена за вот эти вот туристические баллы и может быть получен премиальный билет. Поэтому предлагаю всем регистрироваться. Программа у нас заработает к июню месяцу, к началу летних перевозок. Я вот предлагаю всем
регистрироваться в программе РЖД «Бонус», совершать туристические поездки, вступать в клуб путешественников и путешествовать по нашим туристическим маршрутам. Спасибо. Спасибо, Николай Викторович. Ну, вот прям маленький уточняющий вопрос, если позволите. Вот я правильно поняла, да, что это все в рамках и на базе системы лояльности РЖД «Бонус»? Да, совершенно угу. верно. Это та программа лояльности, в которой сейчас у нас состоят обычные пассажиры. Угу. Это просто некий такой подуровень. Подуровень, да. Ну, то есть баллы я получаю за путешествие просто по железной дороге. Ну, в смысле, не за путешествие, а за поездку, так скажем, по железной дороге. А за путешествие на железнодорожном туристическом поезде я получаю медаль. Или еще и медаль. Вы получаете и медали, и туристические, и туристические баллы, которые в дальнейшем, когда мы немножко там разработаем вот логику конвертации, будет возможность обменивать не только на поездки в туристических поездах, но и на поездки в регулярных поездах обычно. Угу. Ну все, теперь я знаю, какой мой следующий этап. И паспорт, и баллы, и эмоции, и вот просто вступайте. Хорошо, спасибо большое. Ну вот я уже сказала вначале, что будем говорить о Приволжском федеральном округе. И вот уже я видела, как фотографировались перед пленарной дискуссией участники проекта «Яркие выходные в Приволжье». Тут прям уже была такая прекрасная фотосессия. Один из участников проекта – это компания РЖД «Тур». Это специальная компания в структуре холдинга РЖД. Ну вот сейчас хочу как раз дать слово Роману Владимировичу Бараковских, спросить, собственно, какие функции этой компании. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Вот, с кем-то мы видимся практически каждый день, с кем-то встречаемся на таких площадках. Это всегда здорово, это всегда новая возможность. Я хотел бы сказать, что компания РЖД «Тур» фактически с 2005 года в составе холдинга «Российские железные дороги». Мы также занимаемся развитием железнодорожного туризма. На рынке мы уже 18 лет, и у нас есть такая своя уникальность. Специалисты нашей компании, они своего рода уникальны, потому что мы задействованы и в перевозке, и имеем компетенции в перевозке, соответственно, железнодорожным транспортом, так и выступаем в роли туроператора. И целиком в себе это все, как сказать, объединяем. Вот. На сегодняшний день у нас уже порядка 70 действующих туристических предложений, размещенных на нашем сайте. Это и железнодорожные круизы в формате поезд-отель, и комбинированные туры выходного дня, индивидуальные путешествия, и групповые перевозки, и пешеходные экскурсии по ЖД-вокзалам. Я бы хотел сказать, что сегодня много говорили о том, о доступности, о возможности реализации. У нас наш сайт, мы его не так давно преобразовали. Здесь хотел бы я обратить на следующий факт и на тот, как сказать, всевозрастающий спрос нашего туриста, потому что буквально полтора года назад посещение нашего сайта было в районе там, тысячи, полутора человек ежесуточно, а сегодня это более 20 тысяч человек ежесуточно. Угу. То есть это говорит само за себя. То есть и фактически наш сайт, он выступает в роли как и продающая площадка, но и фактически информирует о том, что сегодня формирует, соответственно, холдинг, да, какие продукты у нас сегодня присутствует. Сама продуктовая линейка, вот на сайте видно 24 различных поезда, мы все в них участвуем. Хотел бы сказать, что мы также участвуем и в совместных проектах российских железных дорог, в международных проектах, таких как, соответственно, «Белорусский вояж». В прошлом году мы отвезли практически 500 туристов, и продукт себя зарекомендовал. Хотел бы сказать, что мы также участвуем в различного рода государственных программах и, соответственно, таких как «Россия – страна возможностей», «Больше, чем путешествие». У нас только в прошлом году порядка тысячи человек, это молодые ребята, победители различных конкурсов, смогли поучаствовать в нашем проекте «Поезде «Жемчужина Кавказа», о котором сегодня анонсировала Елена Михайловна, которая в этом году продолжит свою работу.
Компания «РЖД-Тур» также участвует и в специальных проектах. Мы совместно с компанией «Российские железные дороги» и Министерством обороны участвуем в проекте «Своих не бросаем». И хотел бы сказать, что как раз в этом проекте мы выступаем и как туроператор, и как перевозчик. И участники этого проекта, наши туристы, это военнослужащие, члены их семей, и уже около 3000 человек, наших туристов, мы перевезли с конца прошлого года. И это тоже большая работа, которую мы проводим, и фактически, как сказать, для разной категории, разных, как сказать, слоев населения, абсолютно для, из разных точек России. Хотел бы сказать о графике движения туристических поездов. Об этом уже тоже говорилось, и мы говорим об этом на различных площадках. Очень важным моментом является именно график, который у нас сегодня выходит там, в начале года, и фактически это позволяет нам планировать как и свою работу, так и нашим партнерам, соответственно, представленным в регионах, так и фактически туристу, что очень важно. Ну вот как раз, да. Про агентскую сеть хотела спросить как раз у вас, да. То, что касается агентской сети, вы знаете, мне бы перед тем, как хотелось бы, находясь в Приволжском федеральном округе, сказать о таком проекте, как «Яркие выходные в Приволжье». И это отдельный раздел нашего сайта продукта «Яркие выходные в Приволжье». Это межрегиональный проект, он появился в 2020 году. И он объединяет в себе уникальные авторские туры выходного дня и города Приволжского федерального округа. Я думаю, что, конечно, подробнее о нем расскажет Инна Гаврилова после моего выступления, да. Но я хочу отметить, что благодаря такому проекту компания «РЖД-Тур» обрела надежных партнеров, многие из которых сейчас находятся в этом зале, и мы смогли кардинально расширить географию, предлагаемую туристу, ну, наших продуктов. Вот. То, что в разрезе нашей партнерской сети взаимодействие, соответственно, с представителями туристического рынка, я приведу на примере Приволжского федерального округа. В ПФО сегодня у нас 15 принимающих партнеров и 35 агентов, а в продаже на сайте находится от 15 до 25 программ по Приволжскому федеральному округу. Только в 2022 году, соответственно, услугами нашей компании воспользовалось 500 с лишним человек. А приволжская линейка – это различные виды программ, такие как и Йошкар-Ола, Саранск, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Самара, Казань, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары. Вот. У нас также по Приволжскому федеральному округу присутствуют и туры комбинированные. И есть такие проекты, которые входят в наши круизные путешествия с Казанью, Йошкар-Олой, Пермью. Туристы знакомятся в круизах «Сказы Поволжья», «Сибирь», также «Байкальская сказка», о которой сегодня говорила Елена Михайловна. Вот. И кроме того, специальный проект «Волжский вояж». Вот буквально вчера 250 туристов посетили Казань и проследовали дальше Йошкар-Олу, а после в Нижний Новгород. И здесь хотел бы поблагодарить отдельно и региональные власти, и муниципалитет, и наших партнеров, принимающую сторону, потому что это, вот знаете, такая некая коллаборация, которая носит такие мультипликативные эффекты, потому что вот это вот совместное взаимодействие, оно дает такие драйверы развития каждой из сторон. Приведу прямой пример. Мы можем приехать в какой-то город, и региональные власти дополнительно к нашей программе добавляют какие-то колоритные ансамбли местные, соответственно, да, то есть показывают дополнительную архитектуру, подключаются, а где-то это происходит следующим образом, предположим, зимой, снег и так далее. И к приезду нашего поезда чистят какие-то конкретные улицы, локации, по которых следуют наши туристы. И такое взаимодействие, оно дает определенные драйверы развития. Мне кажется, для всех из сторон это очень важно. Почаще нужно приезжать зимой, видимо. Да, поэтому компания «РЖД-Тур» всегда открыта к партнерству, готова. На сегодняшний день у нас есть понятные механизмы взаимодействия, либо через агентский договор, либо есть фактически у нас такой механизм воздействия, как наш уполномоченный агент. Это когда мы дополнительно к
компанию туроператора, мы его дополнительно обучаем, проводим вебинары, показываем подвижной состав, соответственно. У нас к такой компании-туроператору, уполномоченному, присоединен отдельный персональный менеджер, который инструктирует, помогает, рассказывает о наших продуктах, информирует и так далее. И фактически это позволяет нам, что называется, в, как сказать, вот в таком формате создавать дополнительные отдельные офисы продаж. И вообще хотелось бы сказать, что агентская сеть на сегодняшний день работает достаточно активно. У нас порядка 4500 таких агентских соглашений, но это не равно все активные. Активных порядка 150-200. Но мы считаем, что потенциально, что называется, имеют возможности все 4500. Это достаточно много, это большая работа. Это как раз 18-летний труд, который фактически вылился вот в такие возможности, в партнерские отношения, как с регионами, так и, соответственно, с туроператорским сообществом, с представителями и на земле, и агентами, и так далее. То есть достаточно большой, как сказать, такой, знаете, разветвленный механизм. А в завершении хотелось бы, конечно, отметить, что, на мой взгляд, на сегодняшний день внутренний туризм действительно имеет дополнительный драйвер. Мы видим, насколько динамично. Вот привел простые цифры с сайта, да, от 1000 до 20 с лишним тысяч. Это вызывает большой интерес. И мне кажется, что для нас это хороший такой лакмус для движения вперед, что называется, а мы всегда готовы. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот маленький тоже вопрос, если позволите, уточняющий. Сказали вы про агентскую сеть, опять же, да, и цифры называли 22 года, а вот сейчас уже прошел Новый год, да, новогодние праздники уже, то есть как бы, да, мы можем подводить какие-то итоги по тому, что было в начале года, и вы видите какую-то, да, положительную динамику, какой-то вот прирост, я не знаю. Мы сегодня понимаем, что спрос на наше предложение, он достаточно высок, и те продукты, которые есть, вот в ранней сессии Дмитрий Владимирович сказал о том, а сколько нужно, а много или мало, и так далее, на сегодняшний день, соответственно, количество наших продуктов, а я вот их назвал только на нашем сайте сегодня, это 70 различных программ, которые представлены, мне кажется, что это такой сбалансированный спрос и предложение. Вот. Поэтому, ну, спрос достаточно велик. Ну, 70, наверное, не окончательная цифра. Конечно, и спрос велик к внутреннему туризму, и сегодня говорили о качестве подвижного состава, соответственно, и есть новый турист, который приходит к нам, тот, который раньше путешествовал за рубежом, а сегодня он приходит путешествовать, пользуясь железнодорожными круизами, потому что это действительно удобно, это круизные маршруты особенно, когда ты курсируешь в поезде поезд-отель, тебе об этом говорится, но я хотел бы повторить, это действительно удобно, потому что качество предоставляемой услуги сегодня достаточно на высоком уровне, и в части подвижного состава, и в части принимающих сторон, и в части, соответственно, организационных составляющих, потому что совершенствуются все в этом вопросе. Ну и также туры выходного дня, это здорово, когда выходные дни вы можете абсолютно спокойно в пятницу сесть в поезд, в воскресенье вернуться обратно, либо в понедельник рано утром. Мне кажется, это замечательная возможность, и я смотрю, как все больше и больше людей открывают страну из окна поезда. Да, и самое главное, такая замечательная возможность есть, мне кажется, только у наших туристов, потому что я пыталась где-то года 4 назад путешествовать по Германии на поездах, и я все на свете прокляла абсолютно. Тут невозможно было никуда попасть. Хорошо, спасибо большое. И, ну вот, мы должны вернуться к Приволжскому федеральному округу, я обещала. И сейчас я хочу дать слово Инне Владимировне Гавриловой, которая рядом со мной сидит. Она, собственно, инициатор проекта «Яркие выходные в Приволжье». Это уже такое говорящее название, уже просто практически бренд, как я тут поняла, судя по надписи с хэштегом. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось, ну а главное, вот куда дальше в выходные мы поедем? Благодарю. Спасибо большое организаторам за приглашение нас выступить с нашим проектом. Но в первую очередь я хотела сказать, что в туризме Куйбышевский филиал федеральной пассажирской компании давно, с 2014 года. Здесь представлено минимальное количество турпроектов, которые инициированы нашим филиалом. Но самое главное, что за этими цифрами и фактами стоит работа команды. Команда Куйбышевского филиала, команда Куйбышевской железной дороги, команды других соседних железных дорог,
дорог, и, конечно, команды региональные, которые состоят из туроператорского сообщества, профессионального туроператорского сообщества и органов власти. Без вот этих составляющих такой результат был бы невозможен. Самый яркий проект последнего времени, который стартовал в 2020 году, это, конечно, яркие выходные в Приволжье. Он назывался изначально как яркие выходные в Самаре, затем под руководством Геннадия Васильевича Шаталова на одной из туристических премий «Маршрут года» мы подумали, а почему не начать создать зонтичный бренд. Это путешествие на регулярных поездах из Москвы в регионы ПФО. И в самый разгар пандемии мы занимались тем, что мы по Zoom отрабатывали туры и поняли, что мы интересны друг другу. На сегодняшний день Приволжский федеральный округ, я думаю, является лидером по количеству межрегиональных туристических поездов. Это отдельная история, это очень сложно. Безусловно, что все продукты наши — это туры выходного дня в основном или туры на праздники. Здесь вы видите те маршруты, которые сделаны нами. Мы очень гордимся, что мы уже шагнули за пределы одного федерального округа. И здесь присутствует, кстати, Ансар Даминов, Республика Мариэл, первый туристический поезд, который мы сделали не на прицепных вагонах, а именно чартерным межрегиональным поездом. Это был поезд Самара, Йошкар-Ола. Очень волновались, не понимали, только предполагали спрос, нет регулярного сообщения. Первый поезд был продан даже без рекламы. 400 человек. И в апреле того же года мы сразу поставили второй туристический поезд, а Ансар, надеюсь, будет возможность, расскажет, когда они уже встречали торжественно с коллективами наш поезд, у него подходили и спрашивали, а мы точно не зря танцуем? Поезд точно приедет? И таким образом, наверное, родилась уже система, история проекта «Яркие выходные в Приволжье». Но здесь есть и определенная сложность, потому что очень сложно, находясь в рамках одного федерального округа, удивить. Здесь, кстати, очень важен комментарий Алексея Венгин. Надо пояснить, почему выгоднее покупать наш комплексный тур под ключ, а не сформировать тур самим. Потому что в нашем туре вы получите то, что вы не сделаете никогда сами. Именно в нашем туре туристам откроют 2 января театр оперы и балета в Республике Мордовия. Марина Жулина, спасибо огромное. И покажут нашим туристам самый новогодний спектакль «Щелкунчик». А в конце только туристов нашего поезда угостит мордовский Дед Мороз своим эксклюзивным мороженым. Далее трудности, опять-таки, с адресной уникальностью туров. Это, допустим, мы говорим, мы назначаем поезд туристический Самара-Оренбург. Нормальный ответ наших, так скажем, жителей Самарской области: а что делать в этом Оренбурге? Нет, мы назначаем туристический поезд в уникальный заповедник степи, где в естественных условиях проживают лошади Пржевальского в момент цветения тюльпана Шренка. И я до сих пор помню звонок этих женщин, там было 2 программы, и она открывалась примерно в это же время, когда говорили, мы говорим, поехали к Черномырдину, тоже прекрасная... Я хочу дыхание степи. Вот понимаете, насколько важно сделать не просто программу, а именно адресную программу. Конечно же, межрегиональный туристический поезд – это всегда зона риска, ибо это не совсем пропорциональные потоки спроса и предложения, это регионы, и мы здесь работаем над такими механизмами, чтобы не допустить срыва ни одного туристического поезда. Мы не можем разочаровать наших пассажиров, которые нам доверяют. В этой связи здесь виден простой пример, как мы используем законы экономики, маркетинга и так далее, формирование наших турпродуктов. Например, в одном туристическом поезде по маршруту Самара-Йошкар-Ола мы предлагаем регионально 3 программы. По станции «Зеленый дол» мы отправляем туристов по программе «Свияжск-Казань», практически наше турне сегодняшнее с вами. Там же путешественники пересаживаются в Чебоксары, а поездом конечной точкой идет в Йошкар-Олу. Параллельно в этом поезде туристы едут по программе «Яркие выходные в Приволжье». Это организованные туристы, едут туристы проекта «Вагон знаний», это школьники. Таким образом, в одном поезде едут туристы по линейке 6 продуктов. И дополнительно, конечно, мы увеличиваем рынок путем того, что либо через транспортно-пересадочные хабы, либо путем мультимодального сообщения к центру формирования поезда мы подвозим
привозим туристов из других регионов. Качество на каждом этапе – это самый основной посыл, который пропагандируем мы с нашими партнерами. Если у нас, допустим, какая-то республика или регион говорит, я качественно принимаю только 300 туристов, даже при наличии спроса мы не пожертвуем качеством. Мы отвечаем за это и считаем, что должно быть именно так. А дополнительно здесь уже принимаю участие в форумах по устойчивому туризму и занимаясь также защитой проектов на премии «Маршрут года», нам задавали вопрос, а сколько человек участвует при формировании тура? Ну, мы говорим, ну вот железнодорожники мы, принимающая страна, туроператоры. Вы знаете, полезно иногда слушать. И вот мы разложили эту цепочку, потому что каждый наш тур – это торжественное отправление, торжественный прием. Это уникальные программы, я, кстати, заканчиваю. Это уникальные программы приема, уникальные объекты показа. И получается, в среднем в одном нашем туре принимает участие в его организации ориентировочно 150 человек. А результатом этого является то, что из нашей базы, наших туристов, на каждого путешественника приходится минимум 4 повторных тура. У нас есть путешественники, которые побывали во всех наших турпродуктах. Для чего работают эти люди? А для того, чтобы... Посмотрите на эти лица. Это самый главный слайд. Здесь, конечно, не сильно хорошо видно эти эмоции, но я хочу сказать, что мы из проекта «Яркие выходные в Самаре» стали проектом «Яркие выходные в Приволжье», «Яркие выходные на Урале». Мы уже работаем в Южном федеральном округе. И я очень верю, что мы станем проектом «Яркие выходные в России», где наши граждане выберут путешествие как лучший формат тура выходного дня, а делать это будут лучше поездом. Спасибо. Отлично, спасибо большое. На самом деле очень много наверняка вопросов к вам. Может быть, вот после к вам подойдут, просят, в том числе и я. Ну, теперь понятно, куда нужно Щелкунчика ехать смотреть. Вот, под Новый год, потому что, да, точно совершенно в Москве это нереально сделать. А дальше я хочу дать слово Андрею Сергеевичу Кружалину. Это ведущий эксперт департамента пассажирских перевозок, да, РЖД. И вопрос такой, как железная дорога помогает раскручивать новые локации? Вот на самом деле речь, я так понимаю, пойдет о Карелии сейчас. Да. Ведь Карелия, да? Ну, казалось бы, что уже и так популярность туристов уже раскручена благодаря железной дороге, кстати. Неужели в Карелии что-то вот есть еще неизведанное? Да, Анна, есть еще очень много неизведанных мест, и благодаря железной дороге эти места обретают свою популярность. Спасибо вам за предоставленное слово, особенно в таком прекрасном историческом зале. Друзья, я хотел бы начать с того, что... Действительно, сегодня Карелия достаточно раскрученная, но раскручены определенные участки, такие как горный парк Рускеала, конечно же, это и Кижи, которые рядом с Петрозаводском, но есть достаточно много дестинаций, которые еще пока что не так популярны. Но Карелия, в первую очередь, она ассоциируется у многих как с активным видом туризма. И здесь, вот на этом слайде, я хотел бы показать как раз, что есть дестинации, куда можно отправиться именно поездом. Где-то даже это без участия какого-либо трансфера от железнодорожной станции до конечной точки. Например, первый маршрут, о котором я хотел бы рассказать, речь пойдет о Северном Приладожье. Это станция Енисилта, обратите внимание, да, то есть из Москвы можно будет напрямую доехать уже с мая этого года до платформы Енисилта, оттуда начинается целый рафт-маршрут большой по реке Янис-Йоки, где-то протяженность порядка 3 километров рафта, активного, точнее, такого рафта даже, я бы сказал, потому что там достаточно активная река, она широкая, не нужно там как-то, некоторые очень ленятся гребсти, здесь даже гребсти не надо, здесь река прям несет и несет у вас. Также в рамках этого ожидается и обед будет, и после этого, когда вы прибыли уже на прямом поезде из Москвы либо из Санкт-Петербурга, прокатились на рафте, а дальше на поезде уже пригородного, уже пригородном поезде можно доехать до Сортавала обратно и там же уже переночевать, например, ночь, и на следующий день отправиться в другую интересную локацию. Это уже Якима. Внизу вот слева я показал, да, Якима, там находится один из самых протяженных зип-лайнов не только в Карелии, но и в России. 2,5 километра общая трасса зип-лайна. Достаточно интересная новая локация, и если во многих регионах России, ну и в мире, в принципе, зиплайн проходит через
через горную породу, то есть либо через какие-то достаточно такие широкие места, то здесь это прямо непосредственно в лесу. То есть вы представьте, вы летите прямо в лесу, прямо среди деревьев, скорость достаточно высокая, под вами где-то метра 4-5. Это достаточно такая серьезная история. Мне один вот из организаторов сказал, извините, что я на этой конференции это скажу. У меня, говорит, была одна туристка, она сказала, что, говорит, это получше секса. Вот, действительно. Достаточно такие эмоции, они действительно сильные. И поэтому многие туда ездят. Да, конечно, это активный вид туризма. Это не туризм там, знаете, где что-то посмотреть, да, там и так далее. Но, тем не менее, благодаря железной дороге эта локация также открылась. И если раньше туда было доехать достаточно проблематично, особенно на автотранспорте, то сегодня эта история открывается для туристов. Это вот две локации, которые именно связаны с активным туризмом, рафтинг и зиплайн. Значит, еще одна интересная локация, которая открылась с прошлого года, о ней, в принципе, знали, но на самом деле не так много. Это гора Ваттавара, 417 метров над уровнем моря, расположена на станции Гимельская, наверху справа. Значит, от Сартовала где-то примерно еще 3-4 часа. Значит, туда курсирует прямой поезд прямо из Сартовала. Это дневная история, то есть утром можно выехать на станцию Гимельская. Оттуда уже начинается дорога до горы Ваттавара. Оттуда открывается потрясающий вид на Карелию. Сам маршрут это, ну, такой хайкинг, где-то примерно 3-4 километра пешком. Дальше уже по горе можно погулять и, соответственно, спуститься. Туда также включены, конечно же, обеды. И самое интересное, что от Гимельской уже трансфер осуществляется на внедорожниках. Это тоже такая интересная история. То есть не просто там на каком-то автобусе проехать, а также посмотреть природу. Это такая уже природная история. Утром уехали, вечером приехали. Еще один, считайте, один день, еще один пройден. Ну и еще одна локация, которую хотелось бы тоже рассказать, это гора Паса, тоже расположенная рядом с городом Сартовала, но туда тоже в ближайшее время можно будет доехать уже железнодорожным транспортом до станции Хилюля. Туда будет курсировать, во-первых, прямой поезд из Санкт-Петербурга, «Ласточка», и в ближайшее время там же будет останавливаться легендарный поезд «Русский Альский экспресс», и оттуда можно будет от Хилюли буквально где-то метров 400 дойти до этой горы, подняться, и оттуда потрясающий вид также на природу Карелии. Сама гора, в принципе, в последнее время все пользуется популярностью, там открыта экотропа, очень хорошая, одним из инвесторов. И после того, как вся вот эта инфраструктура была создана, я вам хочу сказать, что популярность этой горы возросла просто троекратно. Если раньше на нее поднималось, ну там, в день, может быть, человек там 10-15, то сегодня это число где-то 300-400. А в праздничные дни это количество около 1000. Ну, я так понимаю, мое время вышло, да? Я бы всех хотел пригласить в Карелию, а тем более, что сегодня путешествовать железнодорожным транспортом по ней стало гораздо удобнее и интереснее. Спасибо большое. Спасибо большое. А я знаю, может быть, я что-то путаю, как раз с горы Паса вот любят теперь фотографировать русский Альский экспресс, потому что там виды совершенно потрясающие. Можно я коротко, да, почему Паса для нас так интересна, потому что оттуда действительно открывается потрясающий вид на русский Альский экспресс, и сегодня эта гора для нас как маркетинговый ход, потому что туда, когда люди поднимаются, они фотографируют этот русский Альский экспресс, дальше они это выкладывают в свои социальные сети, и пошел вирусный эффект. И чем больше выкладывают, тем больше у нас пассажиров, тем больше эмоций мы дарим нашим пассажирам, нашим туристам. Ну вот поэтому она и раскручена, эта гора, потому что там поезд проезжает, помимо природы, это еще такая красота. Спасибо большое. У нас есть представитель региона Нижегородской области, заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Юлия Владимировна Бахтина. И я вот знаю, что есть конкретные какие-то примеры и предложения у Министерства туризма и промыслов Нижегородской области, как, собственно, вот сотрудничество с железной дорогой, да, влияет, помогает развитию туристических локаций в вашем регионе. Расскажите, пожалуйста, чем могут помочь российские железные дороги? Вы знаете, я хотела бы в первую очередь поблагодарить за приглашение на эту яркую, как яркие выходные в Приволжье конференцию железнодорожную. Действительно, очень много идей. Я исписала уже тоже два листа. Дмитрий Владимирович, не отстаю.
И, понимаете, такое дело, я без презентации, а ведь говорят, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. И поэтому я всех бы хотела пригласить наш регион, Нижегородскую область. И есть такое предложение, предлагаю считать его официальным от лица правительства Нижегородской области. И приглашаю не просто вас как физических лиц, а как участников конференции провести следующую конференцию продвижения в Нижегородской области. А возвращаясь к вашему вопросу, Анна, расскажу немного о Нижегородской области, которая стандартно для всех всегда ассоциировалась с очень продвинутым экономическим, промышленным, культурным регионом. Не секрет, что город Горький, который был административным центром, собственно, есть, но теперь Нижний Новгород, является административным центром региона, был закрытым. И о никаком туризме, собственно говоря, речи практически и не могло быть. Естественно, очень значимым драйвером развития туризма явилось 800-летие. В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет. И вот и тогда началась движуха, скажем. Действительно, было очень много инфраструктурных проектов, было очень много локаций создано как точек притяжения туризма. И тут надо сказать о гибкости коллег. Мы смогли с ними создать дополнительные составы, дополнительные направления, что, естественно, явилось фактором, механизмом привлечения туризма. Конечно, мы делали ставку в те годы на событийную программу. И все думали, что мы и закончим этим. Но нет, 21 год прошел, праздник прошел, а жизнь продолжается. И туризм продолжает развиваться. И сейчас мы несколько пересмотрели нашу концепцию. Мы расширили некоторые наши большие, серьезные, скажем так, даже с федеральной повесткой мероприятия. Например, скажу вкратце о нескольких из разных областей, чтобы было понимание, каков масштаб. Итак, например, у нас был большой фестиваль «Столица закатов». Все хвалили сегодня небеса. Мы, Нижегородская область, позиционируем, Нижний Новгород позиционируем как столицу закатов. Таких красивых закатов, как у нас, говорят. И вы, наверное, в этом скоро убедитесь, кто не был. Таких закатов нет нигде. Итак, этот формат этого музыкального фестиваля мы переработали. Он стал на многих площадках. Это развелось в настоящее движение. Далее мы открыли Пагауса в 2022 году. Это уникальная площадка. Представьте себе, что открыты два комплекса, выставочный и концертный, в рамках, в антураже объектов культурного наследия. Это наследие промышленной, художественно-промышленной выставки 1896 года. И, кстати, как предложение, можно рассмотреть эту локацию как площадку для проведения форума. Буду так лоббировать немножко. Но я так понимаю, что у меня не так много времени. Давайте перейдем действительно к той федеральной повестке, о которой я заикнулась. У нас было очень много форумов. Это и ЦИПР, само собой, с большим количеством участников. Это форум креативных территорий, где председательствовала на пленарном заседании председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Ну, понимаете, такой масштаб, понимаете, что делового туриста надо привести, естественно, львиная доля поездок делового туриста – это, конечно, железнодорожная перевозка. Тут, собственно говоря, не секрет. И добавлю такую ложку дегтя, боюсь не успеть, уже начинаю торопиться. Единственная наша печаль – отсутствие посадки на Курском вокзале. Мы сейчас ездим через Восточный вокзал, а Москва является мощным пересадочным пунктом. Я знаю. Просто я комментирую, сейчас такой жест был. Нет. Но, увы, мы с этим, конечно, смирились, но те туристы, которые передвигаются через столицу, через Москву, конечно, им сложно поехать на Восточный вокзал, чтобы приехать в Нижний Новгород. Это наша боль. Но я думаю, что мы продолжим проекты и, опять же, лоббирую эту ситуацию, если вы приедете в Нижний Новгород, конечно же мы с вами проедемся по однодневным железнодорожным турам. Мы сможем на ретро-поезде отправиться в столицу Золотой Хохломы. Мы можем почувствовать себя ребенком и поехать на электричке в Простоквашино. Не на Запорожце, как в мультфильме, а на электричке. Стилизованной, настоящей. Мы можем поехать на родину Морозко. А, собственно говоря,
где у нас родина Морозко, у нас еще и родина народного художественного промысла Варнавинская резная кость. Я сейчас вот этот мостик сейчас объясню, к чему я это веду. Это уникальный народный промысел, который похож на морозные узоры. Собственно говоря, и родилась такой турпродукт, как Морозко. Так вот я к чему. У нас Нижегородская область является лидером по количеству сохраненных народных художественных промыслов. Как я уже назвала, и все, наверное, вы знаете, это золотая хохлома, городецкая роспись, филигрань, уникальнейшая ажурная металлический промысел. И вот, вспоминая реплику Геннадия Васильевича Шаталова и говоря об аутентике территории, хотелось бы сделать некие предложения по поводу разработки туристического сувенира, который будет использоваться в поездах туристических. То есть тут у нас очень большой потенциал, мы готовы это проработать, а также проработать, наверное, уникальные продукты для поднятия престижа отрасли. Собственно, вот. У меня такое немножко хвастосливое, наверное, получилось в середине сообщения, но я должна сказать, что это ни в коем случае не бахвальство. Я просто хотела немного вас погрузить в серьезные результаты очень большой работы. И частью команды, которая пришла к этим результатам, а мы теперь на 6-м месте в национальном рейтинге по туризму после таких регионов, ну, классически посещаемых: Краснодарский край, Крым, Московский регион, Санкт-Петербург, мы следом за ним. И частью этого команды, естественно, является РЖД. Спасибо вам большое. Мы будем продолжать сотрудничество. И те идеи, которые сегодня родились, давайте обсудим на другом, может быть, уровне, кулуарно. Спасибо большое, спасибо большое. Я очень надеюсь, что в Нижегородскую область будут ездить, она будет потом на 3-м месте, потом на 1-м месте, и все полюбят Восточный вокзал, кто еще не полюбил. Он очень красивый, на самом деле, хороший вокзал. Спасибо большое, очень много интересного прозвучало, и очень коротко я прям буквально подытожу. Туроператоры в зале есть, да, вы услышали, да, вот, собственно, офисы продаж, специальный тариф, все, в принципе, для вас. И паспорт нам презентовали, путешественника, тоже очень важно. И очень много звучало слово «кооперация». И хочу сказать следующее, что в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» вот как раз сделан акцент на макрорегиональный подход. Тут говорили про межрегиональный маршруты, а мне кажется, их надо уже называть макрорегиональные, потому что вот именно железная дорога позволяет в рамках одного тура увидеть несколько областей соседних, и это же очень здорово, вот такая кооперация. Спасибо всем большое, я думаю, что вопросы можно будет задать как раз во время путешествия. Напоминаю, остров Град-Свияжск ждет участников конференции. Всем успешного летнего сезона. Всех, кто получил приглашение на культурную программу, я прошу собраться у выхода из ратуши, вот в 13:50 будут автобусы ожидать. Спасибо большое за внимание.